Журнал «Русский клуб» при поддержке и участии Союза писателей Грузии объявил о начале конкурса молодых русскоязычных литераторов в пресс-центре РИА Новости. Целью и задачами конкурса являются поддержка молодых литературных дарований, популяризация художественного слова среди молодежи Грузии, продолжение лучших традиций русской и грузинской словесности. Наиболее интересные авторы будут рекомендованы для публикации за пределами Грузии и для участия в международных книжных ярмарках и фестивалях. Пришлют работы. Их, к сожалению, достаточно много. Графоманы пришлют работы робкие, начинающие, которые, может быть, там будут какие-то проблески таланта. И пришлют работы солидные, конечно. К участию в конкурсе приглашаются все авторы, независимо от места проживания, живущие в Грузии или являющиеся выходцами из нее, пишущие на русском языке, как начинающие, так и активно публикующиеся.